Его песни легко запоминающиеся, радостные, жизнеутверждающие, веселые, поднимают настроение, всегда соответствуют празднику. Они праздничные. Оперетты Дунаевского дали нескольким поколениям актеров материал для того, чтобы они могли играть, петь и танцевать, как говорится, от всей души. Проходят годы, подрастают новые поколения, а песни Дунаевского не старятся, и мы все больше и больше понимаем, какой это был вдохновенный и замечательный художник. Вы знаете, что Исаак Кощ очень любил детей, и он отдал им всю свою юную певучую душу. Я помню, мы с ним поставили две программы. Одна называлась «Джаз на повороте», а другая называлась «Музыкальный магазин». А уж потом был кинофильм «Веселые ребята». Музыка Дунаевского эмоциональна, жизнерадостна. Она то празднично приподнятая, то лирически задушевная, но всегда искренна, глубоко патриотична и необычайно доходчива.